Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим инвестором в Казахстане с общим объемом вложений в 42 миллиарда долларов. Торговый оборот между нашими странами достиг 2 миллиардов долларов. Теперь деловые круги США стремятся к сотрудничеству в инновационных сферах. Представительная делегация США с министрами и руководителями крупнейших компаний собирается в Астану. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Казахстана Арыстан Кабыкенов. Отмечу, сегодня в Казахстане работает более 500 американских компаний, 6 из которых – члены Совета иностранных инвесторов при президенте нашей страны. Американские компании проявляют очень большой интерес. Если мы были в Лондоне, там был основной интерес на финансовых институтах, то здесь основной акцент идет уже на высокие технологии, использование их. И американцы очень сильно интересуют цифровой Казахстан, очень сильно интересуют те проекты, которые реализуются в рамках транспортной логистики, их интересует присоединение к инициативе «Один пояс, один путь» и рассматривают возможности реализации в этом направлении проектов. А также они интересуются в части использования создания венчурных фондов, в части инноваций и также IT-проектов.